МВД Российской Федерации подготовила законопроект, который вносит изменения в правила дорожного движения. Документ, в частности, предлагает обязать пешеходов носить в темное время суток светоотражатели при движении по проезжей части. По задумке автора законопроекта, это поможет повысить видимость людей на дороге и избежать аварий. В документе также предлагается ввести запрет на обгон на нерегулированном пешеходном переходе, независимо от того, есть на нем пешеходы или нет. Также ведомство предлагает расширить зону пешеходного перехода, включив туда место пересечения трамвайных путей.